Всем привет, с вами канал Art Mania. Посмотрите, какая там черная туча. Она реально черная туча. Главное, солнышко, вот видно, вот на этом доме солнышко, а вот тут прям туча. Через камеру еще видно, какая-то она с белыми пробоями такими. А на кровати я лежала, сейчас она с кровати у меня видна. Она прям чернющая туча. Ну, там солнышко пропадает. Интересно, что это будет, снег или дождь? Наверное, дождь. Приехала я на Кировский рынок. Увидела вот такие шикарные кофточки. Здесь вот детский размер, есть взрослые размеры. А цена начинается от 2000. А детский, по-моему, 1500 или 1700, как-то так. И выше. Если брать на всю семью, то делают большую скидку. Посмотрите, какие они вязаные, какие они красивые. Вязала, скорее всего, вязальная машина какая-то вручную. Я думаю, это невозможно так связать, так красиво. Напишите в комментариях, можно ли вручную так связать. Олени какие, на молнии, какая классная. Здесь волк. Посмотрите, как связан, как четко связано. Ничего лишнего. Очень красивая. На Кировском я видела таких два отдела, в другом немножко поменьше, а в этом вот прям много. Олени, сова какая красивая, волки, домик, там пейзажи, олень, красота, снеговики какие красивые. Она, кстати, очень теплая кофта, очень красивая, куда-нибудь на фотосессию. Вполне можно. Куда-нибудь в гости. Напишите в комментариях, видели ли вы такие в вашем городе или нет. Всем привет, я дома. Поснимала сегодня очень мало, потому что на улице очень-очень холодно. У меня после первой примерки вот этой куртки мне очень сильно замерзли пальцы, вот именно пальцы рук, как бы, ну, кончики рук, прям очень сильно, очень холодно. Короче, вот, смотрите, я купила куртку. Не особо ее видно здесь. Она темно-темно-зеленая, ну, как я и хотела, в принципе, похожа на парку. В принципе, вот она длинная немножко, чуть-чуть вот выше колен. А то я уже ехала и думала, вдруг она короткая, вдруг я не то что-то купила. Вот, купила заодно шапку с ушками, как я мечтала очень давно уже. Вот, немножко ее неровно одела. Здесь есть мех. Вот, также вот карманы. Тут сверху вот карман, то есть мне будет удобно положить здесь перчатки, камеру, именно вот сверху. Вот, и на молнии еще здесь есть сбоку карман. Вот здесь маленький. Ну, вот так руки, например, положить. Здесь какая-то штучка есть. Вот. И самое основное, то, что меня вообще зацепило в ней, сначала я просто посмотрела, говорю, ну, я подумаю. Взяла у него визитку, где написано его именно, как бокс, как он называется, номер. Вот. И ушла. И мне прям в душу она запала. Думаю, нет, куртка хорошая. У нее есть такая вот штучка. Как у Колумбии. Вот, ну, не знаю, вроде она такая теплая, я надеюсь, что зимой будет тепло в ней. Вот, со скидкой он мне ее продал за 6000. Вот, ну, она действительно, она хорошая, кстати, в ней тепло так достаточно, потому что я сходила на караван с утра, пошла, там все куртки от 8000. Хоть они говорят там за 3000, но за 3000 это вот такие вот коротенькие. А вот именно вот зимние, длинные, причем там какие-то бабские они. Как вот я была летом, были бабские, да, и вот сейчас тоже бабские. Вот, пошла на Кировский, там тоже, вернее, поехала на метро. К сожалению, вам там мало поснимала очень, потому что действительно было очень-очень сегодня холодно. Хоть у меня в телефоне написано плюс 3, но ощущение, как будто там минус 10, наверное. Очень холодно, я очень замерзла. Вот. Ну так, пришла домой сегодня рано. Вот. А на Кировском там, ну там разные цены. Там цены разные, и, соответственно, куртки в основном без вот этой вот подкладки.
просто как бы вот сверху какой-то, как даже не ткань, она похожа, не знаю на что. Ну, короче, одна и та же, как бы с этой стороны и с этой, то есть, и посередине только синтепон, или холофайбер, или кто там, я не знаю. То есть, ну, довольно тонкие, хоть мне и говорят, что она как печка, будет очень тепло, все будет супер, там, отдам за 4000, но нет, я не стала брать, зачем, думаю, рисковать, платить деньги, и в итоге будет холодно зимой, будешь потом переживать, блин, зачем я ее купила. Вот. Такая, она как моя практически, та, но, конечно, гораздо получше качество. Здесь. А, здесь, кстати, да, еще есть вот подкладка, как он ее назвал, юбка. С этими... Сейчас покажу. Вторая часть. А, вот. Вот, она здесь вот застегивается. Вот тут вот застегивается. И там резиночка с той стороны есть. И она вот тут как бы задерживает, вот здесь задерживается тепло, и все, то есть через низ ничего не проходит. Да, она длинная, а то я еду и переживаю, вдруг она не длинная, а вдруг она короткая, думаю, зачем я ее взяла за такие деньги? Думаю, ну нафиг, нет, надо как раз вот по длине, как раз зимняя куртка, в ней сейчас уже можно выходить и идти. Ну, и, конечно, сделал 600 рублей, сделал скидку, и шапку, да, шапка вместе с шарфом, примерно такой же шарф купила, за 1000 рублей. Вроде там шапка была 900 рублей, что-то, и шарф, я не знаю сколько. Вот. Ну, все вместе отдали. Хорошо, а то мне тоже искать. Вот. Ну, я надеюсь, вам видно. В принципе, я и хотела вот такую. Ну, блин, там реально выбрать просто вообще выбора зимней одежды вообще нету. Там, если есть какой-то, то они по качеству ужасные. Ну, цена нормальная, а качество там плохое, вот если вот есть. А если вот реально вот выбрать что-то такое теплое, то они в основном бабские. Они в основном какие-то карманы, какие-то что-то сделано непонятно, как, ну, лично для меня. Я люблю что-нибудь такое. Может быть, я молодая, пытаюсь казаться молодой, мне хочется что-то молодежное. Вот, ну и шапка мне понравилась. Здесь прям такие ушки. Я люблю шапки с ушками, чтобы были. Вот, и она, кстати, очень теплая. Внутри у нее там подкладочка есть, прям такая. Я надеюсь... Единственное, что она спадать не будет. Вот. Кстати, пришла вот после моей той, я прям... Это, мне понравилась эта куртка сразу. Она такая свободная, такая все это. И приталенная, кстати, вон, видите? Я не кажусь в ней как бочка. Потому что другие, вот я вчера мерила, мне казалось, я как бочка прям. Я думаю, неужели я такая толстая? Ну, блин, думаю, вроде на диете постоянно сижу. Думаю, вроде не толстая. Думаю, ну почему? Ну, не знаю, я думаю, она будет теплая, будет хорошая. Тем более, вот эта вот подкладка, но я не знаю. Так вам будет удобно видно. Не знаю, я думаю, что это не просто для красоты, я надеюсь, сделано. Там, ну, действительно что-то будет. Хотя, кстати, я покупала ее в спортивном магазине. Мне еще предложили балоневые штаны. Я говорю, ну нет, ну как это, я отведу ребенка в клуб заниматься. Пока он будет полтора часа там заниматься, я буду сидеть в этих балоневых штанах, что ли, там. И вроде как это, раздеваться там тоже. Ну, куртку снять, это да, как бы, на, ну, как положено. И что, я там еще буду снимать балоневые штаны вдобавок? Извините, мне жарко, я разденусь, пожалуй. Еще тапочки домашние одеть, и это... Не, у меня балоневые штаны, если что, есть. Правда, мне, по-моему, уже маловато стали, наверное, не знаю. Вот, и материал такой, кстати, хороший. И сверху хороший, и подкладочка есть. Все как положено, по крайней мере. А, клеенчатая, как клеенка, вот. Была там за 4000, она длинная, да, красивая. Ну, вот этот материал, его вот щупаешь, он как клеенка, и внутри точно такой же. То есть, вот как строчили, без подкладки, ну, как-то, не знаю, я не стала брать. Кто-то возьмет, может быть, хотя у нее там уже был почти пустой отдел, то есть, люди берут. Они в основном везде этот материал. Вот. Сейчас я пришла домой почти довольно рано. Время 16:15, я сейчас да, позавтракаю и какими-нибудь делами буду заниматься. Вот, а с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. И всем пока-пока. Спасибо, что со мной.